Добрый день, уважаемые друзья, коллеги, товарищи. Сегодня у нас необычный праздник, а точнее даже два. Здесь, на этом этаже, самые вкусные, самые гениальные, самая молодая, юная, энергичная литература. А этажом ниже все о пчелах, о меде. Так что вы можете посетить одновременно две выставки. Но хочу поблагодарить молодую гвардию прежде всего за то, что она за 95 лет не постарела ни на один год. Она с каждым годом становится мужественнее, храбрее, достойнее, энергичнее и интереснее. Ничего в мире нет более яркого и убедительного, чем серия «ЖЗЛ». Вот здесь выставлено целый ряд уникальных работ. Если хотите познать историю человечества, обращайтесь к этой серии. Историю религии, политики и философии вам эта серия откроет глаза и представит все самое великое. Если понять, как прорвались в космос, вот здесь Лев Данилкин, он о Гагарине в свое время написал очень любопытную книгу, а сегодня он представляет книгу о Ленине. Я вообще-то удивлен, что он взялся за эту очень сложную тему, тем более год столетия Великой Октябрьской социалистической революции. Он мне обещает подарить. Беру обязательство внимательно изучить и исследовать, потому что я трижды исследовал все творчество Ленина. Он за свои неполные 54 года написал 55 томов. Его произведения есть во всех мировых библиотеках и по-прежнему является самым влиятельным политиком в мире. А когда мы идем к столетию, то это интерес трижды обостряется. К нам в октябре-ноябре приедут делегации 150 стран мира. И думаю, эта книга поработает на всех нас, потому что она открывает глаза новому поколению. Каждое поколение должно изучать нашу великую тысячелетнюю историю своими глазами, отталкиваясь от своих представлений. Надеюсь, что и эта наша выставка даст возможность, особенно новому поколению политиков, ознакомиться с ней. Молодая гвардия выстояла в лихие 90-е. Мы ей помогали активно. Она все сделала для того, чтобы возрождалось лучшее молодежное движение. Оно и возрождается. И пионерии, и комсомолы, и юнармия. И все это то, что нас всех украшает и делает талантливым и великим народом. Поздравляю вас с открытием этой уникальной выставки.